Уже в начале сентября начнется непосредственная подготовка территориальных и окружных комиссий к предстоящим декабрьским выборам президента ПМР. Претенденты начнут выдвигать свои кандидатуры на самый главный пост в республике. Уже не одни выборы председателем бендерского ТИКа является Владимир Суворов. Но некоторые силы в контексте предстоящей жаркой предвыборной гонки очень бы хотели произвести определенную рокировку. На состоявшейся комиссии бендерского горсовета по связям с правоохранительными органами, повышению общественной безопасности, депутатской деятельности и этики обсудили ряд поступивших замечаний в отношении деятельности Владимира Суворова. Владимира Александровича рассматривался вопрос на комиссии, что ему там выдвигают какие-то обвинения, что он нарушил где-то законодательство, на что Владимир Александрович поразил в очередной раз, он подготовился, он съездил в ЦИК, он собрал все документы, на комиссии выступил буквально где-то 20 минут, на что всем стало ясно, что он действовал на стороне закона, на стороне Конституции, на стороне избирательного кодекса. Я не буду комментировать, это личные интересы. Хорошо. Ни для кого это не секрет, я думаю, они поймут сами. Но хочу сказать, что Владимир Александрович, он очень сильный юрист, и менять его ни в коем случае не нужно. Сделали, так скажем, формальное предупреждение, в очередной раз поздравили его и сказали, что готовьтесь, у вас там через 2,5 недели начнется. Светлана Храмых, Олег Рулин, Днестр ТВ.